В этом году в Твери отремонтируют дороги возле 17 школ и 29 детских садов. В Верхней Волжье продолжается масштабная ремонтная кампания по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». До конца лета в новом асфальте должны быть еще 70 улиц города. Самые активные работы сейчас ведутся в Заволжском и Центральном районах города. В Заволжье на подавляющем большинстве объектов они уже близки к завершению. Активно ремонтируют и центр города. Здесь подходит к концу асфальтирование на ремонтируемом участке улиц Лидии Базановой и Трехсвятской. На Волоколамском проспекте, где в часы пик наблюдается затруднение движения, основные ремонтные работы планируют закончить до конца этой недели. В настоящее время заканчиваются конкурентные процедуры по определению подрядчика для организации дорожных работ на территории Московского и Пролетарского района. Всего к ремонту запланировано 32 объекта. Предполагаем, что со следующей недели уже работы начнутся. Мы планируем в ближайшие два дня завершить работу на основной проезжей части Волоколамского проспекта, и который будет полностью открыт для движения. Работы будут продолжаться в парковочных карманах. Администрация города Твери обращается к жителям, к водителям с пониманием отнестись к проведению дорожных работ.